Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня отправимся в бой на 6-м Иерихонском дальнобое Темпларе. И по традиции он у нас будет полуконтактный дальнобой. Модули у нас на выживаемость идут. Так, что я поставил? Я поставил мультифазочку ему, ремкомплект, усилитель щита, дановодку, также боеприпасы от разброса к нашему рельсовому миномету, защиту ЭМ, термо, миноукладчик от наших перехватчиков, ну и вспрыск, конечно, чтобы скорость у нас была побольше. Он у нас и так медленный, пусть будет немножко побыстрее. Ну, сейчас посмотрим в действии, какой он. По выживаемости, как видите, 22 тысячи, это не так уж и много, довольно-таки неплохо для дальнобоя. За счет наших модулей мы будем жить, и не тужить. Итак, вы видите, у нас тип боя контроль. Если вы помните, то я рассказывал, что на фрегатах на контроле лучше всего лететь на центральную точку и там защищать эту точку и по возможности по бокам накидывать. Но в этом случае мы данное правило нарушим и отправимся на точку Б, потому что на этой карте с Б точки будет хорошо простреливаться точка А, так как у нас дальнобой Иерихона. Еще также хотелось бы отметить, что спецмодуль Иерихонский дальнобоя не такой, как у Империи. Здесь спецмодуль управляемая торпеда. В действии я вам покажу ее, сейчас продемонстрирую. Итак, мы летим на Б, видим, что разметчик наш разбился маяк. А маяк Акопян, получается он. Но мы летим, нам зато будет 300 очков. Вот у нас первый уже претендент на смерть. Урон, как мы видим, хороший наносит наш дальнобой. Тут мы сейчас минометик поставим. Умрет, конечно, да. Привет. Ну, захватываем маячок. И видите, мы можем простреливать. Вот он в действии. Наш спецмодуль, можем, видите, заворачивать из-за углов, и за счет этого мы будем на точке А мешать всячески врагам. Даже если не контролировать эту точку, то мешать контролировать. У нас прилетел очередной перехватчик, точнее не очередной, а первый. Это у нас был ударничек. Ну, он сейчас из спецмодуля своего выйдет, и он об мину взорвется, конечно, да. Есть такой момент, сопротивление бесполезно. Ну и мы на А будем, да, также подкидывать плюшечки. Даже вот дрона там уничтожим или еще там, может кто-то будет охранять рядом. То есть здесь удобнее на этой карте, конечно, на Б держаться. И ближе к базе. А там, конечно, к вам может залететь перехватчик, если бы на А стоять. И может залететь и напакостить. Ну вот такими вот незаурядными торпедками. Ну а видим, контролируют пока враги, но это ненадолго. Поразлетались все. Ничего. О, у нас еще перехватчик, разведчик. Давай, давай. Он пока долетел, чтобы стрелять меня, уже у него и не осталось жизни. Ну, я думаю... Ой, что-то мы на мины вражеские налетели. Думаю, разберутся там с ним. Полетел разведчик наш. Ну, нам пока нечего делать. Может, даже стоит полететь и помочь. Не знаю, ну... Видите, там он туда-сюда, они кружляют. Не так... Толком никто никого и не котает. Так что лучше уже помочь. Вот он, подлец какой быстрый. Вот так вот из-за угла сразу уничтожим. Трое есть. Как видим, это неплохо. Две точки наши. Переживать не стоит. Вот там дрончиков покоцаем, конечно. Почему бы и нет. Поможем союзникам своим.
И у нас все хорошо, даже и модули толком нам не нужно юзать. То есть работы у нас немного. Главное знать свое место, даже вот так вот, и образно, и прямо сказать. То есть вы позицию себе выбрали удачную, если это так, то у вас все будет размерено, все четко, и не нужно вам будет там с места на место. Вот меня, конечно, вдвоем они подразбомбили, но они за это поплатятся. Я сейчас воскрешусь и покажу им, что, где и как. Ну что, летим. Положение у нас, в принципе, неплохое сейчас. Полетим, возможно, даже между А и Б пока полететь, посмотреть. Может, на два фронта сможем вести перестрелку. Сейчас посмотрим. Вылетим из-за бугорка и понаблюдаем. Посмотрим, или на Б будем отвлекаться, или на А. Можно сейчас уже действовать более агрессивно. Наверное, его уже убьют, пока долетит торпеда. Ну да, стоит взорвать ее сразу, чтобы она не летела. Мы уже начнем дальше разбираться, там кто там на А претендует из противников. Ну, наверное, вот не жилец очередной. Так, готов. Ну, можно немножко быть поагрессивнее сейчас. Будем набивать очки. Возможно, даже и захватим маяк. Нам уже можно так делать. О, ну, здесь еще крышка, разведчик помогает. Я думаю, мы захватим. Этого добить, конечно, нужно. Ну, в принципе, здесь уже все понятно. Этого тоже добить. И все, у нас победа. Вот такой вот полуконтактный дальнобой Иерихонский. Как видите, и спецмодуль. Довольно-таки интересный у него. Можно всячески, конечно, пробовать по-разному с этим спецмодулем. Ну и вот, учитывая то, что мы на контроле играли дальнобоем, на первом месте 2300 набрали, это очень и очень и очень хорошо. Это пилотиков посмотрим, возможно, пригласим их в корпорацию потом. Ну что ж. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. С вами был Ивандер. Всем пока, до новых встреч.